На пол укладываем доску из массива дуба. Ее брашировали и защитили натуральным маслом с воском. При необходимости пол легко реставрируется. Достаточно покрыть поврежденный участок подобранным по цвету маслом. Убирать всю мебель, шлифовать паркет и использовать сложное оборудование не придется. На полу же древесина темного оттенка. Это массивная доска, называется дуб табака. Немного грубоватая по фактуре, с крупными сучками, небольшими трещинками. На производстве плашки перебирают вручную, отсматривают, чтобы отсортировать именно с таким натуральным рисунком. К тому же они разного размера, есть ощущение, что на полу старое, добротное, пожившее покрытие.